Всем добрый день. Мне и моей семье пришлось выехать из моего родного города из-за войны, так как оставаться дома было небезопасно. Каждый день рядом люди умирали, гибли от снарядов, которые прилетали к нам во дворы. Я и моя семья решили выехать и остаться живыми в безопасное место. Но сейчас я и моя семья столкнулись с проблемой финансов и аренды, нечем платить аренду жилья. Также у меня возникли проблемы после того, как мы были под обстрелами на нервной почве. Я и моя дочь, в общем, находимся в Черкасской области. Сами мы с Донецкой области выехали. Недавно мне сделали операцию опухоль рака. Поэтому всех, кто неравнодушен, прошу помочь в скрутном становище, и мы попали с дочерью. Заранее спасибо.